С помощью игры дети познают мир, увлечь их в игру, помочь развить способности и узнать что-то новое в игровом формате – задача педагога. Решать ее помогают разные методики и технологии. Одна из них – игровая импровизация. Ее нюансы воспитателям из разных городов в присутствии госкорпорации «Росатом» раскрыла руководитель стажировки проекта «Школы Росатома» Марина Чапаева. Сегодня уже будут первые стажерские пробы, где стажеры погрузятся в новую технологию, обретут первый свой опыт в данной технологии, который в дальнейшем поможет в их работе. Снежинск, Лесной, Заречный, Нововоронеж и другие. На стажировку в Саров приехало 20 воспитателей из разных городов присутствия госкорпорации «Росата». Марина Чапаева в прошлом году победила в конкурсе профессионального мастерства. Обязательное условие для финалистов – проведение стажировок, обмен опытом с воспитателями из других детских садов. Такие стажировки – отличная возможность своими глазами увидеть новые методики воспитания, считает Марина. Сделать себе, наверное, зачин на будущее, к чему дальше стремиться, что можно еще попробовать, испытать, чтобы было интереснее, чтобы не стоять на месте, чтобы все-таки идти дальше шаг за шагом и быть вместе с детьми. Осваивать новые технологии будут на протяжении 3 дней. Первый – ознакомительный. Участники стажировки занимались с психологом, узнали больше друг о друге. Второй – продуктивная работа в группах. Третий – время подведения итогов, анализ полученных знаний, обсуждение. Это очень хороший опыт, который могут принять педагоги, потому что стоять на месте – это значит не развиваться, а мы все-таки стремимся к тому, чтобы развиваться и быть на волне с нашими детьми на одной, и вообще быть в волне времени. Времени все знать и им соответствовать. Ну и, соответственно, это замечательная возможность так очень погрузиться хорошо за 3 дня в практику. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.